Всем привет, ребят, с вами снова я, Таур. Сегодня я буду проходить Tower of Client Object Frenzy. Да, у меня хруст пальцев. Да, как вы заметили, у меня уже новый скин и кристалл. Тот самый кристалл, который хилит все здоровье на один раз, за один клик. Просто кликаешь, у тебя хилится все здоровье. Вот, у тебя, например, там здоровье вот тут, писечка маленькая. То тогда ты сможешь захилиться один раз. Ну что ж, ребят, короче, погнали. Сразу говорю эту идею по поводу самой правой башни, как он построил. У меня в роликах самую правую башню ту. Мне надо пройти. Я не знаю, зачем это сделал, правда. Я не понимаю. Механизм сломался. Механизм сломался или нет, или мне кажется. О, Да, спрашивайте, почему? Так. Судя, как я понял, мне надо вот сюда, вот сюда, вот сюда, потом. Так, потом сюда идем, получается. А, ну все легко. И это даже легче, чем я думал. Я думал, все. Минута целая, ты угораешь. Ты чё? Понятно все. Ты чё, угораешь что ли? Какой нафиг? Минута! Минута моей съемки занял только один флор. Ну и то сейчас, возможно, две, а то три будет минуты. Я надеюсь, хотела одна. Пожалуйста, одна минута. А нет. Ура, ребята! 1:50 с чем-то секунд заняло у меня только один флор занял у меня. Только, мать его, один флор. Один этаж. У меня занял столько времени. Спасибо, конечно, таки. Да, кстати, я тоже смотрю видосик. Без обид, конечно, таки. Я же еще не проходил эту башню, нет. Поэтому я не знаю, что это будет. Еще передвинемся к третьему флёру. Для вас это секунда, а для меня это... Не знаю, паду ли я или нет. Главное сейчас не каркать. Ой. Чуть весь ролик вам не испортил. Из-за этого я сделал такие звуки. Если вы кушаете, приятного вам аппетита. Я сейчас не смеюсь просто так. Я смеюсь из-за того, то, что я покушал. Мне сейчас пепси стоит. Я могу рыгать. Скорее всего, на это я буду... Останавливать видео, потом рыгать, потом обратно делать видео. То есть потом обратно установить. Короче, ребята, перейдем с вами. То есть я сейчас там запись, перейдем с вами к шестому флору. Ну что ж, давайте, погнали. Короче, ребята, я добрался, я не могу прыгать. Какого фига у меня спрашивается, я прыгать не могу. А, точно. Это же так решил не я. Ну, тогда у меня немножко, ну, если можно так выразиться, немножечко подгорело сейчас. Как я кликаю Shift? Как я кликаю Tab? Как я кликаю Caps? Как я кликаю CTRL? Как я кликаю Windows? Alt и пробел.
пробел. Самый-самый. Понятно. Пробел самый-самый шумный. Опа. Помогли навыки профессионала. Короче, опять. Опа, понятно. Я вернулся. Ура, я запрыгнул. Сложно, конечно, проходить по таким. Не прыгая. Да, вот, абсолютно не прыгая. А что сейчас делать? Я сейчас, наверное, сейчас не понимаю, что мне делать. Вообще, вот прям сейчас посмотрю ролик. И... пройду это мне, скорее всего. А, я понял, короче, ребята. Я сначала не понял, что-то надо вот... Что-то надо вот сюда. Ну уж извини. Ты зачем-то так пугать-то, а? Объясните мне. Хоть тут-то напугали, это да ладно. Это ладно. Ну зачем-то тут так пугать? Я не понимаю. Ура! Я могу прыгать. А, не получится. А, не получится, получится. Но, правда, я не смогу этого сделать. Конечно, таки. Ну, ладно. Уж пофигу. Там все равно ты никак не завохопишь, так? А если даже это... а если даже там возможно заухопить? Но, скорее всего, нет. Я вот так уже вижу, то, что ты нельзя заухопить, ладно. Ты бы все равно не смог заухопить, потому что это очень сложно было бы. Ну, для людей, кто занимается 2 года заухопом, либо 1 год, я думаю, это было бы несложно. И кто пришел в заухоп, difficulty chart. Да, что, если кто не знает, то я вам сейчас вот покажу. Человек, который прошел-то. На видео. Первый. О, Вахов, difficulty chart. All stages. Чтобы вы понимали, ребят, я сейчас, когда что-то делаю в микрофон, либо говорю, я это слышу. Я сейчас... По полной программе. Реально. А, тут надо было прыгать. А, понятно. Я, видимо, чего-то, да, не понимаю. Ладно, сейчас вернемся туда. Ну как вернемся? Я вернусь. Да, я вернусь. Сделаю так, как я сделаю, и без прыжка. Ура. Все, сейчас. Тогда я вернусь туда. Ага. Проверка. 8 минут. Нормально, в принципе. Короче. Че, давайте вот так сделаем. Давай. Короче, ребята, я прошел до последнего. Ура. Я сейчас испугался. Я сейчас напуган с этих моментов, потому что он в любой момент может упасть. А если он упадет, то это будет кабздец. Ну, господи, ну почему он упал, ребята? Просто объясните мне, пожалуйста. Да. Короче, мне сейчас придется возвращаться назад из-за этого долбанного куба. Просто. Ну, окей, я... вернулся с тобой кубик. Окей. Пойдемте еще раз, что ли, проходить. Кажется, вам пройду экскурсию. Как проходить это? О, значит. Кажется, я думаю, можно снять этот момент. Вот так, убери. Понятно. Аккуратненько, хотел сказать, аккуратненько. Короче, сейчас вернемся вот сюда опять.
Короче, ребята, на этой башне нужно обладать какими-то супер-супер нервами, чтобы пройти... вот последний фор. Да, чтобы пройти последний. И на последний этаж. Не, ну сами, я думаю, видите? Он под... Я подошел, я ничего не делал, я его на край не ставил, он взял и упал. Короче, ребят, сейчас пройду до одного момента, и тогда уже включусь. Окей, окей, ребята. Лёс, это секунду. Это стресс, не, помогите, пожалуйста. Пожалуйста, помогите. Please, help. Help, please, guys. Subscribers, please help me. Короче, ребята. Короче, ребята. Вот, этот тут. Нет, ну и тот как бы таки. Это просто момент, я сейчас думаю. Кажется, немножко. Вот в этом месте. Вот тут может быть рисково, конечно, таки то, что кубик может упасть. А он может упасть, он может. Короче, я вот тут просто вот так вот беру, прохожу и тупо стрю вот сюда, пока кубик сюда пройдет и поднимется. И потом вот уже я иду вот так вот аккуратненько иду. Пожалуйста, кубик, не застревай. Пожалуйста, кубик. Пожалуйста. То, конечно, таки надо вот так вот постараться. Конечно, таки. Сейчас, ребята, главное, чтобы кубик просто не упал. Пожалуйста. Я надеюсь, он не должен упасть. Не, ну вот, если он упадет, это будет просто... Это фиаско, братан. Но он не упал. Да, 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 да. Ребята, мне сейчас осталось... Сейчас только пройти, и все. Давайте, я думаю, можно и без кубика это все сейчас пройти. Просто. Наконец-то. Наконец-то. 30 минут. 31 минута страданий. Да, именно, ну, 25 минут не страданий, 6 минут страданий. Да, 6 минут страданий. Кому-то кажется это мало, кому-то кажется это много, кому-то кажется это мало. Но, ребят, поверьте, это много. Ура, ребята, сейчас я запишу видео, как я прохожу Tower of Broken Bricks. Прямо сейчас, да. Что ж, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я сейчас, возможно, буду монтировать это видео, но это не точно. Но я сейчас запишу видео по Tower of Broken Bricks. Поэтому я выложу сегодня два видео. Ну что ж, всем удачи, всем пока, ребята. Ждите следующее видео.